уникальное предложение только сегодняшнего дня от компании «Технологии будущего». Особенный выпуск успевайте, потому что партия крайне ограничена. И это уникальный продукт, который не имеет аналогов. Brain – это мозг, друзья, это то, о чем нужно позаботиться в первую очередь. И Любовь Ильина сегодня расскажет, в чем уникальность этого препарата. Вообще лечение золотом, есть даже такой медицинский термин, называется ауротерапия. И лечение золотом применял еще Клеопатра 3000 лет назад. То есть это очень давняя история. Но только 100 лет назад ученым удалось расщепить золото до наноразмера. Потому что если частицы золота крупнее, они в нашем организме не работают. Поэтому еще в середине прошлого века ученые из Казани, когда началась гонка вооружений, когда стали активно использовать атомное ядерное оружие, стало понятно, что нужны средства лечебные, медицинские, которые были бы способны защитить и быстро восстановить поврежденный организм, поврежденный радиацией, тяжелыми металлами, радионуклидами. И еще в 50-х годах начались разработки российских, советских тогда ученых, которые пытались золото расщепить как раз до наночастиц. Наночастиц – это частичка, которая в 2000 раз меньше любой самой маленькой бактерии. То есть размер частички в минус 20 степени. Почему так важно, чтобы был наноразмер? Потому что только такая маленькая частичка может попасть внутрь клетки через поры, через мембрану клетки и начать в клетке работать. Все, что крупнее, в клетку, к сожалению, не попадает. И нашим советским ученым удалось создать нанореактор, который действительно золото расщеплял. Но реактор был очень большой, размером с двухэтажный дом, и у него было очень маленькое КПД, он работал очень медленно. Поэтому эти исследования остановились, были засекречены и заморожены, и только в начале 20 века уже современным российским ученым удалось довести эту работу до конца и создать уникальный нанореактор, который способен быстро, просто, понятно, без химии, без кислоты, только при помощи физики расщеплять золото до наночастиц и получать лечебный, целебный коллоидный раствор, который практически становится для нашего организма живой водой. И добавив этот коллоидный раствор в наши водоросли, мы получили уникальный продукт Brain. Для кого создан Brain? Ну, помимо того, что для Арины, естественно, да? Brain, да, она так с аппетитом ест. Очень вкусно. Да, Brain создан в первую очередь для людей возрастных, у кого уже есть проблемы с кровообращением, и особенно с мозговым кровообращением, кто страдает от ишемии, кто переболел ковидом, и после этого начались проблемы с кровью, риск тромбообразования. Brain нужен тем, у кого сахарный диабет второго типа и кровь по определению густая, у кого повышенный уровень холестерина в крови и уже стоит диагноз, да, соответствующий, у кого гипертония или тахикардия и скачет давление и сердечный ритм. Вот та категория граждан, кому в первую очередь необходим Brain. Потому что если у вас проблемы с кровообращением, если у вас сердечно-сосудистые заболевания, в первую очередь от нехватки кислорода и глюкозы у вас страдает мозг. А как только мозг начинает разрушаться, начинаются проблемы не только с памятью, не только с реакцией, не только с вниманием, не только появляется на горизонте вероятность развития Альцгеймера, Паркинсона, старческой деменции. Конечно, начинает разрушаться весь организм. Потому что мозг регулирует работу всех органов и систем. И как только у нас разрушаются нервные клетки головного мозга, нейроны, у нас начинаются проблемы со зрением, со слухом, бессонница, разрушается центральная нервная система, начинает страдать память, начинает страдать внимание, мы начинаем плохо двигаться, мы перестаем ориентироваться в пространстве, у нас начинают отказывать внутренние органы, и даже кишечник перестает работать, если у нас разрушается мозг. Что делает Brain? Brain решает сразу несколько задач. Благодаря водорослям, бурым морским водорослям фукус и фукоидану, подавляется воспалительный процесс, восстанавливается реология крови, восстанавливается текучесть крови, восстанавливается эпителий сосудов и капилляров. Благодаря золоту восстанавливается проводимость и нейронные связи. Вырабатываются нейромедиаторы, которые отвечают за передачу вот этого электрического импульса.
импульса. И таким образом решается одновременно две задачи. Мы восстанавливаем мозговое кровообращение, и мы восстанавливаем работу нейронов. И таким образом не только восстанавливаем работу мозга, мы продлеваем нашу молодость, мы продлеваем наше здоровье, мы предотвращаем риск развития страшных болезней головного мозга. А болезни головного мозга – это наша беспомощность, это наша зависимость от окружающих, это тяжесть и обуза для наших близких, когда у нас мозг не работает, и мы не понимаем, кто мы, где мы и что с нами происходит. Так вот, мозг – это то средство, которое вернет вам годы жизни, ясность сознания и активность. И сегодня, посмотрите, сегодня вы получаете выгоду, ваша выгода – аж 4000 рублей. Сегодня заказывая две банки по полкилограмма брейна, третью упаковку, а это полноценный курс, вы получаете абсолютно бесплатно. И впервые за всю историю телешопинга мы представляем вам продукт с коллоидным золотом. Не просто это наночастицы, только представьте. И, конечно, водоросли, о которых вы уже знаете, которыми вы уже пользуетесь. 7999 рублей, бесплатная доставка по всей России. Звоните, пожалуйста, заказывайте, успевайте, единственный выпуск сегодня. И давайте еще раз посмотрим, да, собственно, что в составе и как работает. Ну, давай начнем с коллоидного золота. Коллоидное золото – абсолютно безопасное вещество. Это не просто золото, это коллоидный раствор с наночастицами, которые не являются никакими токсинами, никак не отравляют наш организм. Они абсолютно гипоаллергенны. Они работают напрямую с клеткой, восстанавливая нейронные связи, стимулируя выработку нейромедиаторов и отвечая за передачу электрического импульса не только в коре головного мозга, но и по всему нашему организму. Почему именно золото? Потому что золото лучший проводник. Лучше просто не существует. И наши российские ученые из Казани как раз эту задачу реализовали. Они смогли сделать золото биодоступным, которое попадает напрямую в клетку. Нет аналогов, нет ничего похожего, нет таких нанореакторов. Самое приятное, что это наша российская разработка, что это настоящий прорыв и в медицине, и в науке, и что ничего подобного вы нигде купить не сможете. Смотрите, а результат вы получаете с первой ложки. С первой ложки 4000 рублей экономии в прошлый раз, прошлое появление еще. В том году у нас было продано все абсолютно. Мы долго ждали эту новую партию, она свежайшая. Посмотрите, 24-го года. Набирайте телефон бесплатный, оплата при получении. И заказывая главный товар дня и любой другой продукт, 1000 рублей экономии, дополнительная акция.